Здравствуйте, с вами канал NameDB. Человек не может жить без чувств и эмоций. Тем более именно способность чувствовать отличает нас от животных. Положительные эмоции приносят нам радость, вдохновляют на великие поступки и наполняют жизнь смыслом. Однако есть чувства, которые ничего кроме вреда человеку не приносят. Они уничтожают его изнутри и могут разрушить жизнь. Оптимизм – это бесценное качество, и людям, обладающим этим качеством, несказанно повезло. Они всегда находят в себе силы радоваться жизни и двигаться вперед, несмотря ни на что. Это качество помогает достичь им успеха в различных сферах жизнедеятельности. Однако есть люди, постоянно испытывающие эмоции, мешающие им быть счастливыми и успешными людьми. Поддаваясь негативу, они чувствуют себя несчастными. Психологи определили, какие именно эмоции способны разрушить нашу жизнь и подорвать здоровье. Всего их 5. Тревога. Желудочно-кишечный тракт. Человек, постоянно испытывающий чувство тревоги, вредит как физическому, так и психоэмоциональному состоянию. Постоянная тревожность оказывает негативное влияние на работу ЖКТ, из-за чего организм может просто не справляться с процессом пищеварения. При таком раскладе даже вкусная и здоровая пища может стать для организма своеобразной отравой. Так происходит из-за того, что пища неправильно измельчается и перерабатывается. Это создает идеальные условия для размножения различных патогенов. Гнев. Печень. Гнев – это чувство, присущее слабым людям. Гнев не только вводит организм в состояние стресса, но и блокирует работу печени. Именно поэтому еще много веков назад появилось такое выражение, как сидеть у кого-то в печенках. Удивительно, но печень является своеобразным фильтром, очищающим кровь от различных токсинов и других вредных веществ. В моменты приступов гнева печень не может заниматься выполнением прямых рабочих обязанностей. И это приводит к тому, что организм забивается. Печаль, легкие и ЖКТ. Чувства грусти и печали оказывают еще более опасное влияние на организм человека. Эта негативная эмоция препятствует нормальной работе легких, а ведь именно легкие ответственны за детоксикацию организма. Легкие помогают насыщать организм кислородом, а в моменты печали прерывистое и поверхностное дыхание мешает нормально вдохнуть. Именно поэтому в минуты грусти нам кажется, что комок в горле застрял и не хватает дыхания. Чувство горя не только душит, но и мешает нормальной работе пищеварительной системы, из-за чего возможны запоры. Такие сбои в организме способствуют его интоксикации из-за того, что токсины не были выведены через стул или дыхание. Считается, что клетки, в которых задержался углекислый газ, могут переродиться в раковые. Страх, почки и мочевой пузырь. Страх – это еще одно чувство, отравляющее жизнь. Он поражает мочевой пузырь и почки. От страха почки могут резко сжиматься, препятствуя очищению крови. Это приводит к нарушению кровообращения. Доказательством этого являются ледяные пальцы на руках и на ногах. Чем сильнее и продолжительнее чувство страха, тем хуже могут быть последствия. Жадность, сердце и тонкий кишечник. Жадность – это не просто качество характера, это еще и одна из 5 самых негативных эмоций. Многие считают жадных людей жесткими и бессердечными. И самое интересное, что так оно и есть. У многих жаден проблемы с сердцем и с тонким кишечником. Жадность, скупость и страх все потерять – это гремучая смесь, которая может серьезно ударить по состоянию здоровья. Все эти эмоции – часть нашей жизни, но важно не зацикливаться на них и стараться как можно быстрее возвращаться к позитивному мышлению, чтобы не портить себе здоровье и жизнь в целом. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!